все закрыть. Поэтому вряд ли хардмоды будут в этом. Часов, да, это конечно. Да, там пару часов вроде у кого-то что-то будет. Вот за пару часов даже до хранителя пойти. Понимаете, это. Слушайте, блять, так у Гавайи и будет эти пару часов. Ну да, вроде как. Я не помню. Что-то сейчас мельком почитал, потому что вы писали во сколько, в 5 утра, блядь. Я говорю, вам у тебя пару часов, чтобы только до хранителя придойти. Дойдем. Посмотрим, короче. Хрен знает, что там с вами будет. Может, он дела отменит. Свои. Шашель. М? Шашель отменит. Шашель? Может, этих коней сзади убьем? Да нет. Нет. Пазлы, Че, в эти? А, типа сам? Ты отхилишь это я в этом ученике? Ну, похилю. Если не буду справляться. В принципе, вылазь из ученика. И лучше хиль. Блядь, тебя как вылезть хоть? Неизвестно. Там как бы скилл есть. Нету. Вылезти не представляю возможным в данный момент. Выше ногу ебаюсь. Или у тебя с этим проблемы? Нам так в армии говорили. Выше ногу или у тебя с этим проблемы? Свой, я готов хилить. А чем маркер дать? С этим ученика. Типа откатиться к сади. Можно, конечно. Блять, да я не понимаю, где его. Я, сука, сбью спину, почему не бьется, блять? А, блядь, ну, короче, как мандавошка. Так я тоже бегаю вокруг него, блядь, как мандавошка все равно, блядь. Ой, ты, блядь. Нравится Ферова? Нравится Фер, гори. Гори, ясно. И че спину. Слышно, раз-два? Да. Раз-два. А че, а вы сегодня не хотите Ториму? Я смотрю, тут здесь все сидят, кто будет. О, Сайзи, лоу. Гру. А чё, кстати, Торим? Я за. Это 8 человек. Здесь нет только Холипала и Друид. Холипал тут, я думаю, да? Да, нечаянно нет. Не будет совы. Ну, сову только есть. ШП? Может, ШП взять себе совы, да. Литературу его можно взять. Конечно, конечно. Ну, у нас только один босс остался. А, не-не-не, я с Саней. Так, Саня, это есть. Чуть не наебали, блядь. А мы можем Макса взять, Елене, в смысле. А, куда? Там... На Торима? Да. Ну, ему да. Не надо. Там, ему просто надо. Ему еще надо стоять на ФК и давать МК. Поступки. Ну а ДПС. И желательно ему тогда одеть, купить шмотки типа на резист от форста. И все. Не, ну а потом как где он ДПС выстрелит, ебать? Ему не надо на второй фаз ДПС, он просто АФК стоит весь бой и МК шит одного моба. Он вообще не дамажит. Там же аура, да, Саня? А, и на лаз фазе тоже? Да. Да. Он и на первой фазе на арене только МК шит моба весь бой. Дает вам 20% косты. И на последней фазе весь бой МК шит моба дает 20% косты. А вот мы типа 9 урон заливаем, да? Да, у нас. Просто если ему типа купить шмотки, вот эти, которые там на Frost Resist и сокеты на стамину вставить, типа, и он там, грубо говоря, мало демеджа получает.
Ну все, давайте так и сделаем. Ну а за место кого там еще, кого возьмем? Так, все, так, все, все иди. За место нечаянно Макс поставил. Так нам нужно типа после Накса брать сразу идти, потому что там у Войда... А, ну Войд с нами один пойдет. Ну, типа хапала, ищите тогда. Алиса? Не, она сейчас с детьми укладывает. Так она долго будет? Ну, хз, час. Ну, мы в Максе сколько? Мы в Максе сейчас, мы не прям сейчас. Просто пока вы Макса зарядите, это полчаса точно. Ну, да, мы пока в Максе зарядим. Она говорит, что нет, заебалась с вами играть уже. Да эти... Че это, фристайл со своими игрушками? Игрушки. Че, маленькие, что ли, блин? Игрушки тут нашли, блин. Да ля, ну на одного босса, че? Вроде про среду договаривались, я что-то перепутал. Ну да, ну просто сегодня все тут, мы же думали, что они не тонем. Мало внесут. Да не, ну блядь, это закрыть просто полчаса, ебать, все, и забыли, да. Один босс. Там 10 минут всё? Следую и закрою. Да, 10 минут. В прошлый раз сидели 30 минут, 10 минут. Я там знаю я эту математику. Уж раз не повезло, в этот раз повезет. Ты приходи сами, я думаю, мы соберем. Арчи вообще, что ты тут? Да, да. Ну и чё, ты чё, придёшь? Ну пойдёмте, чё. Хорош. Он, короче, отпишет. Угу. По-моему, кого-то не хватает. Кого-то нет. Ну, мы типа, да, мы сейчас ещё Накс, мы только второй квартал закрываем. Угу. Долго. А, милики туда, РДД, ну, милики направо, РДД налево. Там. А чё туда, может, Элдрима? Начало. Давай я туда уж. А, точно. Да. Всё. Там бафы есть у вас? Всё есть. А чё, блядь? Так я никого не знаю. Я и два милика, что ли? Где хилы у нас? Кто? Давай там. Можно шипы им одного отдать еще туда. Ахила, ну, для территории иди туда тоже на ту сторону. Ну давай, срезки территории туда иди, хау. Ну все, хау здесь. Да все, пусть так будет. Так, все, все. Запуливаем. Это вы хотите пойти быстренько, Торима потратить, потом пойти этими линками, правильно? Mm-hmm. Да, было бы заебись. Если мы быстро убьем Торима, все, мы можем сразу линками собираться. Еще будет по кайфу все. Вообще хилить надо, ебать, я в альтабе сижу. Да пока не надо. Десятки нет. Тут мобов мало, по два моба выходит. Ой, один рыцарь, блядь.
Умлаем. 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 Хуя собака бегает. Я просто ору, блин. Факт, и мишку надо одеть будет сейчас. Ты что, ты сову не хочешь? У тебя... У него сова уже есть, блядь. У меня сова есть, блядь, только медведь остался. У него сова, друг, блядь, кот, еще ему мишку хочет, блядь. Тут что, спека только три пока. Ну, шмот чтобы был просто, спек хуяк меняешь. Когда надо, и все. Так, и чё? А, сейчас пусть это действует. А чё завис? А, его. Не успели. О, Макс, смотри, какой хороший. Нормально. Там дебаф у вас, смотрите. Там 500, мы пройдем. Чужаки, откажитесь от этой безрассудной авантюры. Бегите, пока не поздно. Ну что ж, сын, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Хватит болтать! Готовьтесь к бою! Мы сотрем их в порошок! Надеюсь, они проживут достаточно долго. Перепрыгните на вторую перепрыгните. Блин, хорош скулить! Наткнитесь! Еще зигзагом ходил. Блять там. Сок, назад.
так, отходим. Ай. Заливаем. Давайте быстренько покайте. Тихо. Заспонить? Да, заспонить. Пойдемте вот так, если можете. Сейчас эти придут, нужно что-то. Все, пуля. Всего мне понравился диван на этом на военке. Кстати, давайте так же сделаем. Саня, ты кусишь из Денила поспимся? Через диван. Вот здесь? Ну, на дальних. Там типа по центру чел встает, ему бал дает диван, короче. И эти два мба ФК стоят. Вчера так 25-ки сделали, типа, они ФК стояли, еще нихуя не делали. Типа, короче, стояли тут, залили этого черта, вон тот черт, который на той стороне стоял, танк его привел сюда, мы тут его залили, потом побежали туда того залили, и туда вот того тоже залили. Понял? Ну, так. Я тоже так убивал, да. Мне кажется, так типа, побыстрее как-то. Ну, давайте так, как бы. Так, короче, да, смотри, лок, даешь паладину СС? Паладину СС даешь. Да можно его риснуть, просто пойти и все. А зачем? Просто СС, да? Лок, а тебе нужно колечко это? Давай Палу СС заряжай. СС Палу заряжай. Телдрин, пройти. А на кого он диван будет кидать? А, диван может кинуть какой-нибудь приста. Приста. Кто там? Макса Келени кинешь, короче. Пойдем, Макс, со мной и паладин пойдем с ним. Теодрин. Аккуратно. Ему, наверное, можно в ретрике, он потом дамажит. Да, да, зачем? Да, просто... Танка, конечно, пускай в ретрике будет. Просто там, ну, босса, этот, правда, Нисоса врубить, типа, и все. Там. В самом деле, похуй. Да, я сведу просто два босса и все. Короче, вот тут, Макс, стоишь, вот где метку дал. Тебе Пал просто дает диван. То есть тебе дает сначала Пал диван, стоит СС, бежит сюда, мы его быстро бафаем и все, поляем босса. Мобы вот тут, которые два будут стоять, они просто будут стоять АФК. Там диван 3 минуты, мы даже 3 минуты типа все успеть сделать, короче, все так. Интересно, на Уфе так убивали? А вот подожди, я не понял. Почему они там стоят? Он по центру должен стоять. Ну, по центру. Ну, не воняет же метку. Да. А сейчас они что делают? Ну, Макс, иди туда, метку стань, Макс, просто. Скорее стань на эту хуйню. На телепорт эту ебану. Так, стой. Макс, еще раз объясни, пожалуйста. Ты стоишь просто ФК, тебе дают диван, и все, ты ФК стоишь, понял? В диване. Диван, да, Егор, когда пульнут, ты сразу даешь диван, правильно же? Не-не-не-не, он дает диван, бежит к нам, мы его бафаем, потом пуляем. Понял? А, то есть он ему дает диван, ложится, да. Встает, потом бежит пуляет. Там, да. Ну, чтоб пробафать его быстро от регений. Чего вообще там, блядь, придумывайте никому? Все готово. Чего придумываете, это все придумано давно. Рыло, ты где? Суммоните? А, суммоните. Я печать это переодевал, новую купил, 213.
Я сведу а этих там... два моба, там это самое. Давай, да. Там челик вон лифт будет, у него там 4 рецепта есть. Ладно. Он линкует кольчужно, типа, ну он, это, кузнечку, чё. Уже где-то 4 рецепта нам, блядь, надо было из 6. Ну, давай диван ему и беги к нам, вставай, беги к нам. Все, сейчас, беги к нам, и тебе пробафуем быстро. Каску, лапку, там, да, каску. Предстабафом запихните. И все, может пулять босса. Все, бля. Сейчас дайте поставить сначала. Да бейте. Погнали. Пусть не станьте просто. Оксаня, тиммер дал. Бежим сейчас на левого сразу. Там, в самом деле, похуй. Нормально, бля. Грифнулась? А я в него, блин, нахуй. Тотальное унижение, блядь. Ой, котиков, нахуй, блин. Я напишу, куда следует, бля. Или что, нахуй, блин. Общество защиты животных. Котиков. Смотри, будешь самое что, мы тебя приют дадим домашку. Не, я про унижение боссов. Так все, Макс, снимай диван. Где? Скоро вообще все четверых сводить будем, ебать. У меня нет выбора. Я должен... Хотя догрипывать. Ну, прикинь. Пока этих двух гасят, тех уходит 2ДК грипать. Да, да, да. Подгрипывают, блять. Каз, закройте следующий. Ну а чё, реально, вот тут вот встаешь, типа 25-ки, грипаешь уже сразу в центр, этих двух коней тут же на пьедестал, и тут АУЕ просто заливаем, и все. Ну 25-ки у них, конечно, ХП побольше. Ну там урон. Есть же ачива, что их убить надо одновременно. Ну, это нужно на 4 группы делиться, адекватно. Типа они просто один убьют их. Так, портал только не бегите, не бегите в портал, стойте, да, пойдем обратно. О, Макс, смотри, какой посох. А, ну это срезу посох, да? Не, зачем этот посох, что я с ним делать буду? Свечки. Ну, спирит, да? Спирит на шамана не заходит. Можно сесть с него. Ну, забирай себя. Там втроем можно сесть. Так, мы налево бежим куда? Мы же налево или позже? Нет, почему направо? Коллективно? Да. Говно будем прыгать. Макс, ты в курсе, да? Чё? Что говно сейчас будем прыгать? Придется. Ну
я а нежить, могу... мне пофиг. Так я снова думаю. А кто бота выкинул? Берем. Сам съебался. Кто? Аккуратно. Но он вернулся без мусора. У ДКшника под водой глаза не светятся. Тухнут. Ну. У него какой-то косой взгляд Таурена становится. Бля, его же в говно прыгнул, бля. Ты чё думал, там будет сиять лезть? Хозяин меня в говно, блядь. 30 секунд пива, блядь. Чё, может, в одного хила? Да, в хаву пусть соло похилит. А хотя чё, хау? Как у них ДД спеков, например? Бля, а у тебя пуха ходит на средств-то? Чё, ебашим? Да, погнали. У тебя пуха битцевая же, да? Средств. Ну ладно. Игнорщик, фу. АФК? Кто? Серьез, да? ГПД. Что ты чего нахуй, ебальничек? Накинь? За десятку? Ну, за десятку сотка, да, как раз. Ты слышишь, ты вон стой из следующей комнаты уже, выпуливаем обоих тоже. Петом можешь? Вот. Вон, видишь, петом, депал? Да. Депал вот с той комнаты, вот, запуливай уже сюда. Собачки. Давайте я нахуй запуливаю. Он пета призывает. У него пет сдох. Все, финда поехал. Ля пошла. Ага. Атака. Давай, подожди, пусть он соберет, мы я нахуй. А, блядь, не успел.
наверху, и я там. О, там боёшка. Чё? Там боёшка. А, наруч. Ну, блядь, кристалл ебаный. Где ты? А не боёшка, нахуй. На меня прыгнула летучая мышь. Прыгнула. Нормально? Закусил ты ее чисто. Так, смысле, она, то есть она не подлетела, а именно прыгнула, блядь. Смотри, ты тут? Ну и ладно, ты молчишь. Ну и ладно. Да блядь, ебаный босс там. Оля, красиво, блядь. Бля, еще костюмки. Сколько, типа, нужно Хонора, а она там похуй уже, да, либо все равно? Ну, тебе Хонор будет, если ты апнешь. Да-да-да. Плюс, если ты монеты крутишь, там тоже Хонор падает. Там Battle Pass ты еще будешь играть, правильно? Тебе будет Хонор падать. Mm-hmm. Так, срез, а ты помнишь, где эти границы? Я что-то, блядь... Да, в чем проблема? Поставь? Да, сейчас. Я просто... Я вот две а помню. Тебе... Ну, типа... Ну, смотри, как, угол, угол, центр и еще один угол, вот эти границы. Ну ты поставь, я тебе дал сиса, просто я вот, блядь, не помню, короче. Я помню вон те две, а вот эти две ближние что-то. По-моему, вот это. Приложим. Опять сирусовская шляпа забагалась. А чё вы в Накс пошли, кого-то повелили так? Да, из-за любого. Да, и рыло повели. И рыло срезал. А, срезал. А, и рыло. Ну, лок еще. Да. А лок чё ебать? Лок нормально. Это что, по-другому теперь метки, да? Короче, смотрите, чем рофл. Вот эти, видите, метки, это, короче, границы. То есть, граница типа этих, ну, взрыва, то есть... Между тута. Метками, да, надо вставать? Да, мет... сначала стоим тут, потом она ёбнула, мы прибежали сюда, она ёбнула сюда, ну, подожди. Чё, какой-то мусор, ебать. Не-не, всё правильно, просто... Мне понравилась, да, эта тактика, мне тоже. Не-не, подожди. Ну и вот тут вот. Бля, а чё, сука? Откуда ты знаешь, где будет граница взрыва, блядь? Ну, потому что я уже знаю. Чё, ещё раз? Сейчас, не забагался. Углы и центр. Сейчас вы поймете, это вообще очень удобно, блядь. Не надо метки никакой стоять, блядь. Сами там бегайте, как вам надо, блядь, как вам удобно. И нам вам не нужно в одну метку сбегаться, ничего. Это вообще... Чё, если уберем... сейчас умрут, я ебал в рот эту тактику, да. Это ты умрёшь. Ну просто я, наверное, когда перебегал, не умирал. Я тоже, поэтому я хз. А четвёртая... А, не все правильно, три метки, все правильно. Да просто раки ещё все придумывают, нахуй, блядь. На самом деле это удобнее, типа. Смотрите, смотрите, стоите тут, она ёбнула, перебежали вот в эту область, ёбнула в эту область, ёбнула в ту область, и вот так, ну, блядь, всё, блядь. Область. В половую? Так же по меткам бегаем, в смысле? Ты так вот танку объяснил, как можно? Между метками. Мне похуй на метки, я могу без меток отдать. Чё, ты знаешь, как стоять вот в этой всей? Да я... Стой, нет, подожди, в плечи не можешь стоять? Блять, еще раз говорю, вот метки это границы. Это не нужно, не нужно в метках стоять, это границы. Ты понял? Убери их нахуй, да. Давай просто без меток ебанем. Да не, подожди, я. Как, блядь, ничего. Хард мод ебать.
Ну в смысле, блядь, вот это первая область, тут нету взрыва, она ёбнула впереди, да, у нас, вот в этой области. Вы перебежали, потом сюда и вот так бегали. Вы понимаете, бля, что все 10 человек, кто здесь сидят, мы 300 раз зачистили Накс, ну вы уже должны рисунок этот на полу знать. Блядь, да, давайте без меток попробуем. О, поехали. Ну, убери, убери, заебись будет. Я говорю, танк. Мы что, мы на платформе стоим, бьем или. Да, вы на платформе. Ну, вы вам, да, типа? РДшники на платформе. Ты держишь или его. Или вы будете водить. Ну, я думаю, так. Водить, а что вы хотите? Давайте печенька, в смысле, с луной, зачем стоят эти метки? Для того, чтобы танк держал его прямо на платформе и не бегать лишний раз. А, ты ходишь на платформе? Ну давай. Конечно. Ебать. Давай тогда. Поворачивай просто его. Смотри, туда. Не, вот это вот, вот это я не знаю, нахуй. Лучше я положу его. Блять, ну можешь босс получать. И вот я босс, я такой тебе въебало бью. Ты берешь меня по кругу вот так вот обошел. Я и встал в печеньку, а босс оставил вот здесь, в трещине вонючей. И все. И вы бьете его в харю, и не надо никуда его водить. В харю. Короче, всех в печеньку, да? Все в печеньку. Блять, я кого-то пришел, блядь, на нового босса, ебаный в рот. Короче, милики стоят в печеньке, блядь, эти дышники звезде, все. Поехали. Так аж контента подвезли, поехали. Я давно не умирал на этом боссе, поехали. Все, он у вас в лаве. Пол вообще колота лава. Ну все. Че, может, герой? Поехали. Да, у нас не достает. Чуть-чуть отойди. Да, уже легко. Еще. Главное, чтобы на тебя дебаф не вешал. О, так нормально. И все, блядь. Продляю Геру. ДЦ. Да, я ДЦ, нахуй. Окей, вопрос? ДЦ, он сказал. Ой, бля. Я все говорю, я внук Петросяна, я бы, наверное. Нормальная тема. Побежали в телепортацию, да? Да, да. Блять, сейчас сама на тебе, блядь, не бегай, бля, по меткам, как с новым, с непривычки. На фиолетовая так все стоит. Да. Ну там мы накрываем. Кажется, с такими метками даже Влад бы не вайпнулся. Да, блядь, да удамажит нахуй меня. Какое, ну периодически. Жопа подогревает. И чё, я опять, да, печеньку? Тоже. Только пошли в Накс, да? Там уже... Ну как, не только. Вот и какой смысл в метках и в стоянии в угле, если все равно на перебежке все падают? Это десятка, блядь. Ну, блядь. Я хотел просто посмотреть, как это десятка. Все, мне, блядь. Десятки, ну, на самом деле, там можно, да. Это так типа было. Из разряда, чтобы миликом заебись не бегать было, а сдохли 3 РДД. Ну, а нахер вы сдохли. Нахер вы сдохли. Потому что хуёвое. Кто спросил про нас? Ты чё? Да. Не, один мы портал все... только убили. Чё, есть кому у Накс? Я могу чиста зайти. Один квартал, ты уебался? Стой, ну, блядь, уже третий убиваю. В рейде, алё, блядь. Мы уже третий убиваем. Поднимаю. И один из них, мы одного в огонь. А ты да ладно. А, мы два же уже убили, ёбан, точно. Да, мы уже третий закрываем уже. Саня, ну ты вообще что за...
Саня, я так... забыл совсем про мерзость вообще. Так быстро, да, скажи? Даже не заметил. Ты забыл про Влада? Ладно. Подожди, шея, я... Шея, ну шея, подожди, да? Ну да, шея. Че, ресники? Скажи еще раз шея. У меня просто есть какая-то синяя шея. Ну охуёво. Я же правильно понимаю, на медведя типа весь шмот с уклоном есть, по идее? Нет. Да-да. Какой ты там шмот с уклоном найдешь? Ну, шея, кольца, тринки, вот это точно с уклоном, не с парированием же. Нет. Не, ну в смысле, стама, понятно. Уклон, броня. Броня, уклон, стама, все, больше никаких стамов не работают. Броня, уклон, стама, защита, да, еще? Нет, защита пошла нахуй. В смысле? Ну я тоже думал, защита. Дрида нет, он даже пошла на морфу, мне нужен. У дрида нет, как я просто услышал. Нет, это вот как если ты напала будешь рейтинг пробивания брони собирать, примерно такая же голова, только в рейтинг брони напала хоть что-то. Ай, блядь! Бушо. Это как меткость на хила, во. Отличная аналогия. Нормальная тема. А что, хило меткости собирать? Так, не, подожди, а почему это, ну... Типа он деф не работает на нем или как? Ну вот вообще, короче, бесполезно. Ты будешь собирать ему ущерб с тайми, а по сути деф не нужен, потому что у тебя в талантах берется, ну, талант, который изменяет деф. А-ка, подожди, как это какой-то? Там, блядь, какой-то этот защитник чего-то там, нахуй. Надо посмотреть. Защитник стаи, подожди, увеличит вашу силу атаки. Подожди, я сейчас, блядь, не сожру сейчас, нахуй. А, тут здесь пойдем. Я просто уже пошел с бритовым. Найс, пошел. Поднимите, чтобы я вставалку не тратил. Ну поднимите его, сейчас с ДКшником его подниму. Да поднимай ДКшника. Не, у меня просто описывает, что типа... Где он? Я не вижу. А он. Чисто мы тебя поднимем и будешь токийским гулем. Токийские гули, говорят, хорошо хилят. Это кто, интересно, кирпичи в виде черепков выкладывал здесь? Мастера. Келтуза самолично ходил. Оп, черепов. Такое, чё мастерком рисует черепок, да, этот сидельник? Да. А, ну да, вот, скинул тебе талант, естественно, бог. Где, какой, подожди? Вон, гильдия, читай. Вот, видишь, снижает, понижает вероятность получить крит. Естественный отпор, блядь, а где он нахуй берет? Ну, в талантах. Не, сейчас не буду. Вот, что ты в одного тут потанчишь или спекнулся? Да его? Потанчу. Да. Там, в принципе, в мишку он может прыгнуть, типа забрать там на 5 секунд. Я не знаю, понадобится, нет. Ну вот, ты берешь естественный отбор, защитник стаи. Макс, поконтролишь, да, этот момент, если что. И плотную шкуру, ебать, почуешь. Да. Ну, плотная шкура это такой. Блин, а как он изменяет, типа, деф? Каким образом? Тут написывает, что да на деф он не влияет. Ты смотри, все это в куче, тут деф, это что? Это антикрит и понижение входящего урона. Защитник стаи понижает урон, естественный отбор понижает входящий крит и увеличивает уже броню. Вот здесь безусловный рефлекс еще ворота дает дополнительно. Короче, я понял, окей, деф нахуй. То есть все это в куче работает ништяк. Ну, я понял, только эти статы собираешь, но не деф, я понял. Да. Деф рахнешь. Так, что там? Так, чё? Чё можно? Сейчас сдам все. Так. Ты, Макс, забираешь просто в мишке, если что там. Пусть Егор в ретрике будет. И в кошке, давай. По-моему, улучшенного веча не качают, если не ошибаюсь. А да. Это у меня билд, это билд у меня этот, как он, скажи мне. Я шею делаю. Это у меня билд для острова. Так, а забирать мне как тебя его? Ну, в мишку превращаешься, там нажимаешь и бьёшь. Не, а если когда? Я... А, ну окей, скажешь, давай. Не, праха нету.
Просто я не знаю, когда забирать. Получается, земля прахом. Ага, давно закончился, пиздец. Гулять, чё? Так, чё? Сколько до Гера? Гера? Две Гера есть. Окей. Крикнуть, короче, как проносите. Всё, можно, можно, можно. Бля, не успеваю коснуть две этих. Две молитвы. Может тебе ПС-ку дать? ОПС-ку зубу дать? Да. Сейчас рип. Вовремя кританул. Там магом и локом скидывайте как-то. Мне надо сальву, дай. У меня нет уже копий. Он такой, он редостно сработал. Иконка как у паладина. Такие вам серьезные дома, что ли, блядь? Не знаю, просто я просто жму. Наверное, Дима, да. Мишка, сбей. Да, сажали по камни. Там прожмись что-нибудь. Я прожал. Получается, Эйзи.
Эзебразер. А, да, штука, почему одни латы на холи пала? Погибали, блять. Просто для того холи пала. Тринька была бы лучше, конечно. Блин, почти сет собрал сюда. Так, пошли к соляновой. Ты зацепись тогда. Бискеры, да, убили. Я читаю. Я даже, я же сказал по команде, и всем похуй, там столько было. Поехали. Ну, оставь ее на следующего босса. А типа без танка убить. В смысле, без этого. За бурсты. На меня жук идет. Хиль, говорит, Солянов, я его еще хилю, блин. Бегает тут пацан за мной. На месте. Подкинул альбом их просто. Канах. Ёб твою мать. А у меня есть такие штаны? Да, кстати, у меня точно такие же штаны.